Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW M3. Итак, ремонтировать я буду в основном левый бок, немного крышку багажника и немного правое переднее крыло. Заднее крыло, дверь и переднее крыло буду менять. Разбираю. Итак, машину разобрал и начинаю с удаления заднего крыла. Крыло удалил и теперь равняю внутреннюю часть арки. Это часть донора. Беру только то, что мне надо. Мне надо было только само крыло. Я его взял и теперь примеряю на машине. Выравниваю места стыков, вариваю вкладки и прикручиваю крыло саморезами. Устанавливаю дверь и проверяю зазор. Зазор ровный, чуть-чуть дверь надо будет подрегулировать.
Теперь устанавливаю заднюю крышку, задние фонари и проверяю опять зазоры. Зазоры прекрасные, все снимаю обратно и привариваю крыло. Итак, со скваркой я закончил, крыло на месте. Здесь внутри немного прокрасил, чтобы потом не снимать крышку, и устанавливаю все детали. Чуть не забыл, в этом месте крышечку надо подровнять. Итак, заднюю часть машины я собрал. Зазоры прекрасные. Приступаю к сборке переда. Но сначала устанавливаю дверь. Левый бок я собрал, осталось установить правое переднее крыло, но сначала я его подровняю немного, остальное буду делать на машине. Крыло закончил, устанавливаю остальные последние части переда. We'll be right back.
Итак, все стоит на месте, и на этом работы с металлом закончены. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, машина покрашена. Собираю. На ремонт этой машины ушло 10 дней. Здесь 5 дней с металлом работы и 5 дней покрасочных работ. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!